Итак, спасибо вам всем за активное участие в ярмарке. Тот почин, который выдвинула администрация школы, вы поддержали. Я думаю, что всем вам очень понравилось. А сейчас мы начинаем нашу торжественную линию. Весна, капели звон и птиц веселых щебетаний. Весна, весна, волшебный сон, чудесных красок ожидания. В тебе и радость, и задор, и каждый день с восторгом прожит. И в нашей школе каждый год, и в школе с очень давних пор, весною каждый год и тоже. Мы приглашаем всех на праздник светлый, праздник радости, веселья, смеха. Пусть рвется в окна ветер смелый, и унесется с ним очередная школы веха. Мы вернемся снова в эти стены, немного повзрослевшие, но все же дети. Те же Вовы, Юли, Дани, Гоши, но станем лучше, вы поверьте. Мы глубже станем грызть гранит науки, поменьше будет детских выкрутасов. Клянемся на уроках слушать, думать и решать, но это только будет. А пока поздравьте нас! Добрый день, дорогие друзья, мы искренне. Нам очень хочется, чтобы на ваших лицах зажглись улыбки счастья. Счастье, что впереди нас ждут веселые летние каникулы. Ура! Ура! Очень рады вас видеть. Потому что мы надеемся, что 3 летних месяца пролетят очень быстро. Но они будут очень богатыми на впечатления, незабываемые, на хорошее знакомство, улыбки, встречи. Хорошего вам отдыха. Лет. Сейчас мы хотим подвести итоги, дорогие друзья. Целый год учебный. Помните, 1 сентября наш корабль знаний отправлялся в дальнее путешествие. И мы знаем уже с учителями, что это путешествие было очень интересным. Да. Мы приглашаем 3 класс. Итак, друзья, бурные аплодисменты. Наш 3 класс выстраивается параллельно нашей сцене. Второй класс. Второй, смелее, смелее, смелее. Шагай, шагай, вперед, вперед, вперед. За тобой вон целый отряд шагает. И все смотрят на тебя. Все, молодцы. Итак, 3 класс. Равняйсь. Дорогие ребята, будущие 3-классники, я вас от души поздравляю с окончанием 2 класса. Вы хорошо потрудились в этом году. И желаю вам хорошего отдыха, новых знаний, интересных друзей. Так что спасибо вам за ту учебу, за те старания, которые вы проявили в течение года. Сейчас мы вас наградим грамотами за ваши достижения. И хочу вас предупредить, ребятки, что внутри, вот, не растеряйте, там грамоты за участие в конкурсе международном «Кенгуру» и международном конкурсе по английскому языку. Там вам награды, грамоты, значки, поэтому будьте бдительны и аккуратны, хорошо? Итак, награждается ученица 2 класса Старцева Софья за отличную учебу, успехи в изучении иностранных языков, примерное поведение, отличную защиту проекта, за достижения в области изобразительного искусства, творческие способности, активное участие в жизни класса и школы. Поздравляем! Награждается ученик 2 класса Кулаков Иван за отличную учебу, стремление к знаниям, примерное поведение, успехи в изучении иностранных языков, отличную защиту проекта, творческие способности и артистизм, активное участие в жизни школы и класса.
Награждается ученица второго класса Киристова Екатерина за хорошую учебу, стремление к знаниям, примерное поведение, успехи в изучении иностранных языков, отличную защиту проекта, за достижения в области изобразительного искусства, творческие способности, активное участие в жизни школы и класса. Награждается ученица второго класса Назарова Софья за хорошую учебу, стремление к знаниям, примерное поведение, за отличную защиту проекта, активное участие в жизни школы и класса. Награждается ученица второго класса Дарвишева Хадижа за хорошую учебу, стремление к знаниям, примерное поведение, успехи в изучении иностранных языков, отличную защиту проекта, за достижения в области изобразительного искусства, творческие способности, активное участие в жизни школы и класса. Награждается ученик второго класса Егоров Кирилл за хорошую учебу, стремление к знаниям, примерное поведение, за отличную защиту проекта, спортивные и творческие способности, активное участие в жизни школы и класса. Награждается ученица второго класса Одиняева Маэла за прилежное отношение к учебе, стремление к знаниям, примерное поведение, успехи в изучении иностранных языков, творческие способности, активное участие в жизни школы и класса. Награждается ученик второго класса Овчаренко Николай за прилежное отношение к учебе, примерное поведение, творческие способности, артистизм, активное участие в жизни школы и класса. Награждается ученик второго класса Гагиев Тимур за стремление к знаниям, отличную защиту проекта, спортивные и творческие способности, активное участие в жизни школы и класса. Спасибо за внимание. А сейчас, дорогие друзья, музыкальный подарок в исполнении девочек третьего класса. Песня «Улыбайся».